Вот уже 40 лет Елена Данильченко верна однажды выбранной профессии. За эти годы она не раз становилась победителем различных педагогических конкурсов. А на стене ее кабинета благодарность самого президента за многолетнюю добросовестную работу. А в этом году Елена Михайловна вошла в список 100 лучших педагогов России. Лучший педагог – это педагог, который умеет меняться, который умеет шагать в ногу со временем. Я педагог старой закалки, но я тоже себя перевоспитываю, чтобы быть на одной волне со своими учениками. Для меня девизом служат такие слова, как «хорошо», что школа есть, где чувствуешь себя как дома. Я стараюсь, чтобы мои дети чувствовали в этом кабинете себя как дома. И не только в кабинете, но и во всей школе. Учитель Карачаева-Балкарского языка Лаура Магомедова тоже в числе тех педагогов, благодаря кому гимназия номер 9 в этом году вошла в топ-100 лучших образовательных учреждений страны. Учителя в нашей гимназии, ну, действительно, которыми можно гордиться. Я бы давным-давно ввела их в состав 100 лучших учителей нашей республики, естественно, 100 лучших учителей России. То терпение, то усердие, которое проявляют они, та благодатная почва, вот, на которой сеется это зерно знаний, науки, творчества, познания, конечно же, оно не замедлит дать такие результаты. Общероссийская малая академия наук ежегодно проводит конкурсы, олимпиады и конференции для школьников и студентов, в которых участвуют более 100 тысяч человек изо всех регионов страны. Проекты объединены в национальную образовательную программу «Интеллектуально-творческий потенциал России». Именно по этой программе и были определены лучшие педагоги из школы страны. Я считаю, что это вполне заслуженно, это вполне объективно. Я считаю, что такие проекты, в том числе в сфере образования, нужны нам, вот, поскольку позволяют раскрыть творческий потенциал вот, наших преподавателей, наших учителей. Я считаю, что в нашей гимназии таких преподавателей много, большое количество. Считаю, что их тоже потенциал со временем будет раскрыт. В этом году это первая серьезная награда для гимназии номер 9, но далеко не первая в их общей копилке. И не последняя. Без сомнения, самое интересное у гимназии еще впереди. Анета Дышекова, Назир Капушев, Архыз 24.